Консул Германии уезжает из Донецка. Его дипломатическая каденция завершилась. В угольной столице он проработал 4 года. Сегодня Клаус Цилликенс попрощался с губернатором. Андрей Шишацкий поблагодарил его за работу и вручил почетную грамоту. В Берлине экс-консул возглавит департамент Министерства иностранных дел по поддержке немецкого бизнеса за рубежом. Преемник Цилликенса должен прибыть в Донецк в течение нескольких дней. Мы пытались дать стимули на разные направления, экология, энергоэффективность, промышленная культура. Мое впечатление, что это было принято очень позитивно. Я хотел бы сказать спасибо большое всем. Я надеюсь, что отношения между нашими странами и, естественно, между областью и Германией ни в коем случае не пострадают, а будут развиваться. У нас много есть что делать, в том числе с помощью немецких денег и оборудования.